Свободная страна такая. Галкин нам завидуется. На льду пара номер 3. Александр Белов, Анастасия Горшкова. Поет Пьер Нарцисс. Настойчивый и любвеобильный. Много женщин и много пацанов. На свете много умных и много дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину обидят, так сразу дураки. Наш Борка бабник, наш Борка бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борка бабник, наш Борка бабник. А он такой же, как и все, как ты и я. Ты посмотри налево, направо посмотри. Вокруг все королевы, нам с ними по пути. А Борка парень смелый, он знает ты какой. А он скажет королевой, идет к себе домой. Наш Борка бабник, наш Борка бабник. Говорят об этом все его друзья. Наш Борка бабник, наш Борка бабник. А он такой же, как и все, как ты и я. Я сам порой бывает, завидую ему. А это точно знаю, и знаю почему. Ведь я пацан женатый, а Борка холостой. Когда иду я с женщиной налево, а он к себе домой. Наш Борка бабник, и Сашка бабник. Серега тоже, йоу, бабник вот куда. А кто не бабник, кто не бабник? Да кто-то женщины не видел никогда. Да кто-то женщины не видел никогда. Ой, е. Александр Белов и Анастасия Горшкова. При мощнейшем участии Юлии Абертас и Виолетты Афанасьевой. Не говоря уже о Пьере Нарциссе. Может, и не все знают, но...